Ноябрь 1941 года. Франсуа, сконцентрируйся. Руки, смотри на свои руки. Нет, нет, больше гибкости в руках. Смотри, вот так. Мишель Галабрю. Жюли Деларм. Тебе еще нужно поработать. Скажи, тебе нравится фортепиано? Да. Разве ты не предпочел бы поиграть в мяч с ребятами? Если бы мне предложили выбор. Дети, полдник готов. Ну, беги. Он взял мой шоколад. Неправда, я не брал, он сам мне дал. Я тебе не давал, ты у меня отнял. Есть новости от мужа? Да, главное, он здоров. Хоть тут все в порядке. Не знаете, когда он вернется? Он пишет, маршал делает все для возвращения военнопленных. Молчание море. Остается только надеяться и ждать. Что ж, мужайтесь. До следующей недели. До свидания. Автор сценария Ан Джафери. По мотивам рассказов Веркора «Молчание моря» и «Однажды». В фильме также снимались Мари Бюнель, Жан-Батист Пюэк, Тома Жуане и другие. Художник Дени Сейглан. Оператор Ален Леван. Спасибо, Альберт. До свидания. Композиторы Анжелика и Жан-Клод Нашон. Совместное производство «Экспанд Драма», РТБФ, бельгийское телевидение «Сага Фильм» при участии ТВ5 и «Франс 2». Продюсеры Катрин Рюо Костера и Пьер Бертран Жом. Режиссер Пьер Бутрон. Чего они хотели? Не знаю. Они несколько минут разглядывали дом, а потом уехали. Что это, по-вашему, значит? Красивый букет. Это для мамы. Сегодня ей исполнилось бы 50. Тебе стоит перебраться в эту комнату.
Победное наступление армии Третьего Рейха на большевиков продолжается. После уничтожения советских войск под Смоленском исход следующего сражения... Что это? Варенье из ревеня. Я сварила с виноградным суслом. Сахара больше нет, приходится обходиться тем, что есть. Что ж, ты права. По крайней мере, хоть это немцам не достанется. Вот они. Я с ними поговорю. Месье Ларозьер. Мадемуазель. Ваш дом реквизируется для размещения немецкого офицера. Я его вестовой и пришел выбрать ему комнату. Это, наверное, ошибка. Здесь нет места. Дом большой. Да, но... нас здесь много. Я прочел в отчете, что ваш сын погиб под Верденом в 1918 году, а ваша невестка в 1932. Вы живете здесь один с вашей внучкой. Вот приказ о реквизиции, месье. Проводите меня в комнаты, пожалуйста. Жанна, покажи ему комнаты. Иди. Это моя комната. А это? Это нельзя, это комната моих родителей. Значит, она свободна. Это вполне подойдет. Извините. Он выбрал их комнату. Надо приготовить простыни и полотенца для капитана фон Эбренака. Я буду спать в маленькой пристройке сзади дома. Очень хорошо. Капитан очень любит цветы.
Да. Merci. Спасибо, милая. Ты замерзла? Никак не могу согреться. Говорят, зима будет суровая. Интересно, когда придет? В этом году, наверное, рано. Нет, я говорю о немце. Скоро узнаем. Сыграй мне что-нибудь. И мне удовольствие, и сама согреешься. Мадемуазель. Месье. Месье. Разрешите представиться. Вернер фон Эбренак. Капитан фон Эбренак. Я сожалею. Мое присутствие вызвано необходимостью. Если бы это было возможно, я избежал бы этого. Я мог бы уже подняться к себе в комнату, но не знаю дороги. Желаю спокойной ночи. Отличная комната. Благодарю вас, мадемуазель.
Слава Богу, он вроде ничего. Купи мне зубную пасту. У меня почти не осталось. Главное, не выбрасывайте тюбик. Нужно возвращать все упаковки. Вот как. А чтобы купить яйца, нужно возвращать пустую скорлупу? Здравствуйте. Я провел ночь прекрасно. Надеюсь, вы тоже. Мэр вашего города сказал, что я буду жить в замке. Я представлял себе большое здание. Но я вовсе не разочарован. У вас прекрасный дом. Чувствуется, что у него есть душа. Насчет обедов можете не беспокоиться. Я буду обедать в комендатуре. До вечера. Привет, Жанна. Привет. У вас теперь жилец? Если это можно так назвать. Как долго он останется? Жанна! Как дела? Ты хорошо учишься? Да, смотри. Пьер, помоги мне. Значок с изображением маршала. Меня это тоже шокирует, но что я могу поделать? В школе все сделано, чтобы превозносить Петеза. Учебники, диктанты. Недавно они даже писали ему письмо. Ты все же могла бы ему объяснить? Что объяснить? Ему всего 6 лет. Пусть пользуется. Успеет повзрослеть. Папа! До свидания, папа! Это его новая мания. Видел, как быстро я бегаю? Ты просто чемпион. Молодец, Соланж. Ты хорошо потрудилась. Теперь можно переходить к другому. Кстати, у меня для тебя сюрприз. Смотри, я нашла отрывок, который ты просила. Здорово! До четверга. Зачем пожаловала? Хочу взять немного молока, если у тебя есть. Для кузена всегда найдется.
Особенно для кузины. Как у вас дела? Ничего. Кажется, вы разместили у себя немца. Мы не размещали. Он вселился в одну из комнат. Какой он? Мне нечего сказать. Обычный фриц. Хорошо еще, что он вас не выгнал. Спасибо. Можешь перебираться сюда. Я не против. Мне пора. Меня дедушка ждет. Пока. Мы с друзьями завтра едем на пляж. Не хочешь поехать с нами? Нет, завтра я не могу. В другой раз. Пока. Пока. Что ты шьешь? Перешиваю мамино платье. Что скажете? Мне не идет? Немного длинное. Оно еще не подшито. Добрый вечер. Надеюсь, вы хорошо провели день. Кажется, погода будет меняться вместе с большими приливами. Обычно я возвращаюсь в 10 часов, но боюсь, я вас беспокою. Если хотите, я буду ходить через черный ход. Тогда вы сможете запирать дверь на ключ. Желаю спокойной ночи. Кстати, так было бы проще. Что? Если запирать дверь на ключ, тогда бы мы его не видели. Мы никогда не запирали эту дверь. Нет никаких причин это делать. Ладно, как хочешь, детка. Вам больно? Знаешь, военные раны никогда до конца не вылечиваются. Держите. Что поделать? Боль – это такой же враг, как любой другой. Да, нужно терпеть, я знаю. Ладно, пока, моя девочка. Спокойной ночи. Посмотрите на этих бошей. Им лишь бы жрать. Так бы и выкинул их вон. А пока не пытайтесь пролезть вперед. Это не я лезу. Это они вынимают у вас хлеб изо рта. Во всяком случае, они воспитаннее некоторых французов. Я вижу выпадки на немецкую вежливость. Но раз они такие вежливые, идите есть с ними. Чего вы ждете?
Хватит, месье, мой муж погиб за Францию. Вашему мужу повезло. Вы пристегнули велосипед? Конечно, замком к решетке. Не ищите, его украли. Не может быть. Мой сын уже два велосипеда так потерял. Теперь ходит пешком. Следующий побыстрее, пожалуйста, побыстрее. Тебе полегчало? Не очень. Я натерла такие мозоли. Все равно придется привыкать. Спокойной ночи, Франц. До завтра. Добрый вечер. Сегодня было очень холодно. Кажется, в Германии такая же погода. Я всегда любил Францию. Я был ребенком в прошлую войну и уже любил эту страну. А ведь я тоже потерял отца. В какой французской или немецкой семье война не унесла родных? Я очень уважаю людей, которые любят свою родину. Ты уже давно не играла. Что мне, по-вашему, играть? Баха, Моцарта, Бетховена? О чем ты говоришь? Существуют не только немецкие композиторы. Пока он здесь, я не буду играть. Позвольте предложить вам мою машину.
Соланж, тебе не нравится отрывок? Нравится. Ты какая-то рассеянная, сама не знаешь, что делаешь. Мне придется бросить занятия. Бросить, но почему? У отца больше нет работы. Это из-за новых законов. Против евреев. Послушайте, это невозможно. Позвольте мне заниматься с ними, месье, это не вопрос денег. До будущей недели. Как они ему всыпали. А что случилось? Два парня избили его в переулке. Они убежали, но его здорово отделали. Он это заслужил, немчура поганая. Ты куда? Возвращаюсь домой. Садись, я тебя подвезу. Хорошо. Ужасно ноги болят. До свидания. Чертовски хорошенькая у тебя кузина. Каждому свое. Что это значит? Это значит, руки прочь. Жанна моя добыча. Маршал Питен здесь, маршал Питен там. Его подают под всеми соусами. Зачем я только покупаю эту газету? Добрый вечер. Простите, но в моей комнате очень холодно. Если позволите, я погреюсь несколько минут у вашего огня. Как хорошо. В эту минуту я чувствую себя словно дома. Тепло. От огня, наверное.
Бальзак, Бодлер, Корнель, Декарт, Мольер и все другие. Французских писателей так много, что не знаешь, кого выбрать первым. Какое величие! Какой великий народ! Но зато в музыке это мы. Бетховен, Вагнер, Гендель, Моцарт, Бах. Бах. Нет ничего прекраснее этого, правда? Кажется, я вам не говорил, но я тоже музыкант. Композитор. Некоторые пошли в армию не по призванию. У нас это скорее семейная традиция. У нас нет другого выбора. Желаю вам спокойной ночи. Эти длинные монологи становятся невыносимы. А я не обращаю внимания. Ты же знаешь, я не люблю оскорблять человека. Даже врага. Это мы оскорбленные. И потом у нас тоже нет выбора. Давай, давай быстрее! Я больше не могу! Остановите. Мне больно. Ничего страшного. Это пустяки. В ответ на покушение от 20 и 21 октября, унесшие жизни двух немецких офицеров, было расстреляно 99 заложников. Маршал Петен принес свои извинения и соболезнования оккупационным властям. 99 французов за двух немцев. Ничего себе арифметика. А вы знаете бойцов сопротивления? Те, кто в сопротивлении, этим не хвастают. Я слышала, в городе есть курсы огородничества. Вас это не интересует? Меня? Что за идея? Вы бы разбили нам в саду небольшой огород. Будете выращивать морковку, картошку, зеленую фасоль. А я буду варить супы, делать пюре, запеканки. Видишь ли, я колебался между садоводством и сопротивлением. Кажется, я сделал выбор. Сегодня немного больше обычного. Пьер, осторожно. Постой спокойно. Пьер! Подожди! Какой же он неловкий! Подожди меня! Я же говорила, будь осторожен! Щиплет! Естественно, это от морской воды. Кстати, что тебе сказал немец, когда ты упал? Что ничего страшного. И все? Нет, он еще сказал, что его зовут Вернер. Вернер. Ладно, идем. Мне холодно. Как придем, выпьешь стакан горячего молока, это тебя согреет. Но я не могу сейчас идти домой. Можешь, смотри, мы почти пришли. Нет, говорю тебе, мама выставила герань. Герань? Ну и что ж такого? Когда мама выставляет герань, значит, она разговаривает с людьми, а это не для детей.
Предупреди остальных. Хорошо. Счастливо. До свидания. Ну что, хороший улов? Да, наконец-то. Держи. Как много. У меня осталось немного масла. Хочешь? Нет, спасибо, я так приготовлю. До свидания. Не посидишь 5 минут? Нет, мне надо идти. Щиплет. Ах да, он упал в соленую воду. Надо промыть ему коленку. Идем, мой хороший, я тебя полечу. Больно? Пойду ложиться. Уже? Да, уже поздно. Не хотите сыграть партию в шахматы? Добрый вечер. Сегодня дует сильный ветер, и море очень неспокойное. Здесь так хорошо. Вам повезло, что вы живете у моря. Что мне нравится в море, это его молчание. Я говорю не о Брандунг, не о прибое. Я говорю о том, что спрятано. О чем догадываешься? Море молчаливо, но нужно уметь его слушать. Я очень рад, что встретил здесь достойного пожилого человека и девушку, которая молчит. Желаю вам спокойной ночи. Почему вы так на меня смотрите? Прежде чем пойдешь спать, вынь полено из огня, чтобы не сгорело попусту. Что за шум? Со вчерашнего дня все ездят и ездят. Клянусь, у меня уже голова пухнет. Извините, месье, у вас колбаса кровяная или куриная? Куриная. Но всем не хватит. Следующий. Колбасы для дамы.
До свидания. Жанна! Жанна, подождите. Держите, это вам. Да не надо. Счастливого Рождества. Большое спасибо. Покушайте с вашим дедушкой. Вам очень идет эта новая прическа. Знаете, мой муж скоро возвращается. Это замечательно. Я так счастлива. Я тоже рада за вас. Счастливого Рождества. Вам тоже. Соланж? Можете не звонить. Они уехали. Уехали? На праздники? Они уехали сегодня ночью с полной машиной чемоданов и узлов. Они вас не предупредили? Нет. Они и пианино увезли? Нет, пианино оставили. Кажется, и велосипед тоже. Подождите, я посмотрю. Вот возьмите. Пусть хоть кому-то послужит. Нет. Если не вы, то кто-то другой возьмет. А вы им вернете, когда они вернутся. Они же ваши друзья. Не знаю, что немцам нужно от евреев. Но надо признать, они не такие, как все. Они не смешиваются, держатся особняком, словно в чем-то виноваты. Вот что я вам скажу. Вот это вино я держу всегда. А у меня в подвале сохранилось тоже несколько ящиков. Я давно его пью. Местное вино, но очень хорошее. Вот и она, вот и она. Привет. Ты вся промокла. Выпей немножко, чтобы согреться. Нет, спасибо, я пойду переоденусь. Смотри, что Паскаль принес нам к Рождеству. Иди сюда. Немцы хотели все у меня забрать, но я это припрятал. Я подумал, это доставит вам удовольствие. Еще бы не удовольствие. Да, очень мило. Мне нужно обсушиться. Спасибо, до свидания. Слушай, а у тебя не осталось немного паштета? Ну, того, с грибами. Понимаешь, о чем я? Я с тобой говорю. Не знаю, может быть. Принеси мне баночку. Ну, конечно, если у тебя осталось. Одну или две. А заодно и колбаски. Хорошо. Ладно, хочешь стаканчик на дорожку? Нет, нет, спасибо. Она очень рада. Она уже давно не ела курятины. Она хорошо скрывает свою радость. Знаешь, Жанна не из тех, кто показывает свои чувства. Ну, счастливого Рождества, Паскаль. Счастливого Рождества. И спасибо, еще раз спасибо. Она будет рада. Счастливого пути. Счастливого пути. Что, мне не идет? Нет-нет, просто на миг мне показалось, что передо мной твоя мать. Ты мне поможешь? Интересно, где они? Кто? Соланж, отец Франсуа. Один возвращается, другая уезжает. Такая странная жизнь.
Warten Sie auf mich. Ich komme gleich zurück. Не сидеть же тебе целый вечер одной. Я не говорю, что тебе будет весело, но пойдем со мной. Тебе полезно встретиться со знакомыми, с людьми твоего круга, твоего возраста, с друзьями, с приятелями. Может, там и Паскаль будет. Лишний повод туда не ходить. Добрый вечер. Я пришел переодеться, прежде чем вернуться в комендатуру. Там организован праздничный вечер. Вот и Фернан. Оставьте, я сама закончу. Ну что, не пойдешь к полуночной мессе? Я же сказала нет. Почему? Андре! Идите, он вас ждет. Ладно. Счастливого Рождества. Счастливого Рождества. Какая прекрасная ночь. Я здесь уже 3 месяца. В тот день, когда я приехал, вы играли прелюдию Баха. Самую чистую, самую прекрасную. Это моя любимая. Желаю вам счастливого Рождества.
Не густо у вас сегодня. Все лучше, чем ничего. Спасибо, до свидания. До свидания. Хороший улов? Да. Похоже, весна наступает. Давно пора? Что тебе надо? Я хотел тебя кое о чем спросить. Вообще-то, я хотел пригласить тебя сегодня вечером. В деревне будут танцы. Это очень мило, но мне не хочется. И вообще, я не умею танцевать. Если дело в этом, я тебя научу. Что скажешь? Прекрати, что на тебя нашло? Что? У тебя кто-то есть? У тебя кто-то есть? Перестань! Пусти меня! Перестань! Пусти меня! Прекрати! Перестань! Прекрати! Ладно, я понял. Что случилось? Ничего. Жанна, что произошло? Говорю вам, ничего. Жанна, ужинать. Я хотел вам что-то сказать. Я... Желаю вам доброй ночи. Держи, Поло.
Ach schon. Jetzt mal ein Stück zurück. Komm, bleib fest. Danke sehr, ein Sport. Nein. Los, abfahren. Старайся, Пьеро, пиши буквы красиво. Я не помешала? Нет, я занимаюсь Пьеро. Заходи, садись. Привет. Видала? Очень хорошо. Только вот эта кривая. У меня есть овощной бульон, хочешь? Да, с удовольствием. Это вязание начинается с горловины. Это позволяет удлинять рукава и лиф. Неплохо, да? Кажется, это немецкая модель. То есть у них есть не только плохое. И вот тебе понравится. Я положила туда кусочек сала. Очень вкусно. Удивительно, как кусочек мяса меняет вкус еды. Знаешь, твой друг, молодой человек в кепке, его арестовали немцы. Что ты говоришь? Молодой человек, который приходил к тебе позавчера, его сегодня арестовали. Где? В доме на улице Лонриаш. Я закончил. Собери свой портфель, Пьеро. До свидания. Ну, давай же, разгорайся. Ну, что вы взъелись на эту несчастную печку? Я не взъелся. Я хочу, чтобы она грела. Печка должна греть. Она должна делать свою работу, и все. Добрый вечер. Два немецких офицера приедут ко мне на несколько дней. Это мои старые друзья. Я рад, что увижу их. Я хочу разместить их в пристройке. Им будет не очень тепло, но, по крайней мере, вам не придется ничем заниматься. Желаю вам всего хорошего. Пойду пройдусь. Извините, я очень устала. Оставить Франции ее достоинство? Что ты хочешь этим сказать, Вернер? Зачем, по-твоему, мы воевали? Франция побеждена, старик. И мы победители. Так будем же вести себя как победители, с честью и гордостью. Вот именно с честью. Разве победители не могут не унижать народы? Ерунда. Вы все сошли с ума. Нет, мой дорогой. Мы не музыканты и не поэты. Мы немцы и офицеры. Мы люди долга и ответственности. Верности Рейху и фюреру. Да. Добрый вечер. Я должен сказать вам что-то важное. Играй, твой ход. Все, что я говорил вам, с самого приезда, все, что слышали стены,
этого дома нужно забыть. Никакой надежды. Что мне делать? Я думаю, вы правы. Единственный ответ – хранить верность своему долгу, своим обязательствам. Ты забыл свой полдник. Счастливо. Быстрее, папа, быстрее! Давай быстрее! Привет, Жанна! Привет, Луи! Пап, быстрее! Привет! Жанна, подожди! То, что ты в прошлый раз мне сказала, ты кому-нибудь еще говорила? Нет, кому я могла сказать? Пьер, ты простудишься, иди домой! А что, что-то случилось? Это насчет Пьера. Говори. Вы согласны позаботиться о нем, если со мной и Луи что-нибудь случится? О чем ты говоришь? Пьеро, иди домой. Вы что-то готовите, да? Мне нужен ответ. Мне тоже. Я ничего не могу тебе сказать. Я могу рассчитывать на тебя? Да. Спасибо. Дай затянуться разочек. Мог бы свои купить. Знаешь, я получил весточку. Ты ничего не слышал? Нет. Холодно, а еще весна называется. Кажется, в Германии то же самое. Точно.
460. Ich brauche zwei als Funkstellung. Diese? Nee. Kann man ja vom MG, drei MG-Stellungen da rumbauen, ja. Und hier? Diese hier würde ich empfehlen. Die beiden werden reichen. Ja? Ja, ja, ja. Ganz sicher. Das sind dann mindestens drei MG-Stellungen. Die bekommen wir. So sind wir. Он заставляет себя ждать. Садись в машину, он скоро придет. Вестовой. Посигнальте. Слушаюсь. Заводите мотор. Это заставит его поторопиться. А если бы это они нас допрашивали, мы легко отделались. Почему? Кто это? ССовцы. Если бы они нас допрашивали. Нам нечего им сказать. Андре!
Не останавливайся, Фернан. Поезжай, поезжай. Подождите меня! Подождите! Нет, Пьер, нет! Мама, папа, стойте! Хватит! Иди домой, Пьер, вернись! Мама! Пьер! Пьер! Он заснул. Куда ты? Вы сами знаете. Не делай этого. Один раз нам повезло. Если тебя возьмут, то больше не выпустят. Я должна туда пойти. Что ты думаешь? Что он заставит их отпустить? Это их последний шанс. Thank you.
Входите, месье. Я уезжаю. Я попросил, чтобы меня отправили на русский фронт. Пропаганда говорит только о победах нашей армии. Но там минус 40 градусов, и наши солдаты не выдерживают. Я уезжаю сегодня вечером. Желаю вам спокойной ночи. Прощайте. Прощайте. Допивай молоко скорее, а то опоздаем. Быстрей. Иди сюда. Я тебя одену. Я тебе положила в карман шоколадку. И допей все молоко. Потому что я не хочу, чтобы у меня был такой худенький мальчик. Ясно? Ясно. Ладно, до свидания. Когда вернешься? После занятий. Что ж, пошли. После школы ты мне поможешь дергать морковку. Режиссер Пьер Бутрон. В фильме снимались Жюли Деларм, Мишель Галабрю, Тома Жуане, Мари Бюнель, Тимоте Ферран,
Жан-Батист Пюэш, Йорк Шнас, Йорн Гамбриленг, Франк Бекман, Александр Ашкенази, Элен Вокуа, Жан-Филипп Месмен, Люси Барре, Клод Анджиевский и другие. Фильм озвучен фирмой СВ «Дубль» по заказу ГТРК «Культура».